посвященному 34-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан. Война в Афганистане длилась 9 лет, 1 месяц и 18 дней. 15 февраля 1989 года из Афганистана прибыли мне последние наши подразделения. Через эту войну прошло 550 тысяч советских солдат и офицеров. 72 человека получили звание Героя Советского Союза. Свыше 15 тысяч наших воинов погибли на чужой земле. 6 тысяч скончались впоследствии от ран и болезней. 311 человек пропали без вести. Память о войне по-прежнему болью отзывается в людских сердцах. Почти 10 лет звучало тревожное слово «Афганистан». Помнить героическое прошлое нашей Родины – святой долг каждого гражданина. Прошу почтить память солдат и офицеров, отдавших свою жизнь минутой молчания. В память их проводим вот такие турниры. Ну и, конечно же, с почитанием наших живых очевидцев тех страшных событий, которых вы видите, это наших ветеранов Афганистана. Конечно, смотря на них и думая о сегодняшних событиях, которые у нас есть, на полях сражения и сейчас идут боевые действия, и нашей России приходится в очередной раз отстаивать правоту, добиваться этой правоты, помогать обездоленным, слабым, убогим, нуждающимся в помощи. И наш солдат, дорогие ребята, в очередной раз стоит на вот этом правом берегу.